Конгресс США принимает законопроект, который выведет криптовалюты из тени и защитит их от вмешательства со стороны федерального правительства. Как сообщает Cointelegraph, законопроект позволит официально признать некоторые цифровые валюты, если они соответствуют определенным минимальным требованиям, чтобы они больше не рассматривались как форма ценных бумаг или инвестиций, а транзакции с использованием криптовалют не облагались налогом. Также закон должен предотвратить использование криптовалют в незаконной деятельности, например, отмывание денег, финансирование терроризма и других противозаконных операциях. Закон продвигают два конгрессмена и один из членов Сената от Республиканской партии. Их имена пока не разглашаются.